Дорогие выпускники, вот и наступил тот день, которого вы ждали с первого курса и уже не торопили на шестом. Выпускной – это радость от того, что вы вступаете в новый период своей жизни, и грусть от того, что закончилась студенческая жизнь. И мы надеемся, что за эти годы мы обогатили вас достаточным количеством знаний. Мы приучили вас к самостоятельности, мы воспитали у вас упорство и стремление в достижении целей. Мы сформировали уверенность в себе и в своих силах. Не все дошли до этого финиша, и вы молодцы, вы победители. Но у победы, как вы знаете, много авторов, и у вашей в том числе. Это прежде всего вы, ваши родители, родные и близкие, педагоги, профессора, ну и, конечно же, деканы. И желаю вам до конца дней пронести признательность и любовь, и уважение к этим людям. Я надеюсь, что скоро с вами обязательно встретимся, но уже на другом уровне, когда вы придете к нам ординаторами и аспирантами. И совместно с вами продолжим освоение бескрайних просторов медицинских знаний. Успехов, и пусть удача будет с вами. Берегите себя.